сейчас будем подниматься на канатной дороге на столовую гору. Честно, я безумно боюсь, потому что это такая высота. Хотя, с другой стороны, какой может быть страх, если я летела около 15 часов сюда, серьезно? Мы встали у окошка, думали, что заняли самое хорошее место, но вот так получается, это стекло крутится для того, чтобы у всех была возможность побыть возле окошка. Смотрите, на какой высоте мы сейчас находимся. О, это Атлантический океан, красиво. Все, мы приехали, будем выходить. Мой первый опыт подъема по канатной дороге прошел удачно. И теперь мы на Столовой горе, откуда открывается вид на весь Кейптаун. Столовая гора — это часть национального парка. Ну, собственно, что я вам буду говорить лучше, я вам все покажу. Вот где-то здесь я издалека видела, кажется, дома называют этими зверьками, но пока дошла, они уже убежали. Посмотрите, какая вокруг красота. Честно, у меня была когда-то мечта увидеть Атлантический океан, и она внезапно открылась. Это Даман. Ага, какая прелесть. Смотрите, куда сбежал от нас Даман. На самом деле, я так думаю, что их туристы подкармливают, хотя даже не имею представления, что они именно едят. Кстати, надеюсь, я правильно называю этого животного. Но он такой достаточно забавный и смышленый. И идет на контакт, да? Опа, убежал. А, классно. Все, пока. Смотрите, какая большая семья у того домана, которого я видела. Их тут много. Ну, вообще круто, так лежишь на горе и смотришь на океан. В этой точке Столовой горы должно быть видно мыс Доброй Надежды. В общем, будем искать это место и смотреть хотя бы издалека пока что на мыс. Сейчас мы зайдем в магазин ShopTop, и я хочу вам показать, что тут есть сувенирного для туристов. ShopTop — это магазин, который находится на вершине Столовой горы, когда вы поднимаетесь туда на подъемнике. Короче, здесь очень много разных крутых товаров.
какая у меня теперь крутая есть кепка. Мне сделали такой классный подарок. Давно уже у меня не было кепки, теперь у меня самая настоящая кепка из Кейптауна.